Можешь, плиз, тоже микрофон в чайнике заваривать 4 раза за стрим. Не, ну это вариант, но я уже, в принципе, пью кавачай вполне себе. Ну, то есть у меня тут и чай, и кофе одновременно. Я не шучу. То есть у меня тут... кого ты пьешь? Кавачай. Вот, у меня тут одновременно чай и листовой, и пакетный. И я еще пяточку кофе туда. Да фак из кава-чай. Кава-чай. Хочу, не хочу, знаю, не знаю, зимно, налий мені чаю. Було, не було, як не цікаво, знаєш, налій собі кави і поспіши. О, кофе-чай. Иногда бывает вкусно кофе-чаю, на самом деле. Чай крепкий, да. Там и чай крепкий, и кофе тоже. Три пакетика, ну да. Так я говорю, там на дно надо листовой чай, чуть-чуть, просто чтобы дно стакана закрывали листья. Да? Сверху три пакетика, короче, и они придавливают листики ко дну, чтобы они не всплывали. Значит, чуть-чуть кофе, вот буквально пяточка, то, что на дне остается, со взвесью туда пиздык. И бо-бо-бо-бо-бо кипятком, короче. И пусть заваривается. Пробуй чай с поляныцей, это клубника. Да, очень смешно. Хочешь, что из-за чиферя зубы гниют? Да, да, в моем случае именно из-за чиферя они гниют. Да. Пробовал колу с кофе мешать? Пробовал, на самом деле не так вкусно. Знаете, вот... Кола и кофе – это такое себе сочетание. А вот если вы можете найти вот эти дешевые кофе-шоты, короче, знаете, то есть маленькая такая хуйня размером с наперсток, которая призвана, чтобы ты ее в кофе долил, чтобы в кофе было больше кофеина. Да? Так вот, вот эту хуйню в колу можно и кофе не разбавляется, но получает кола не разбавляется, но получает привкус кофе и дополнительный кофеин. Вот это попугай.